Обладатели этого имени не жадные и относятся к деньгам как к средству достижения цели. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Это уравновешенные индивидуумы, уважающие справедливость и порядочность. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Имя с буквой Т делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Буква Е в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Иногда они чересчур беспардонны. Буква Б в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Люди с буквы М стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Они нуждаются в любви, признании своих усилий и восхищении достижений. Буква Ж придает людям стремление к значимости и придает страстности. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Буква L в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Звук М в имени воспринимается окружающими положительно. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.